Пока команда играет средненько. С учетом результатов в лиге они, скорее всего, останутся. Но пока рано говорить о чем-то наверняка. Игра началась. Смотрим. Цели. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. Месси! Опасно! Гол! И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? Первый гол в этом матче был забит на 7-й минуте. Защитник перехватил передачу. Яо Куаси. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Месси. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Еще раз смотрим, как команда забивает и выходит вперед. Тут просто подарили мяч сопернику. И навес. Месси! Хороший удар, но рядом со штангой. Мяч выбит, угроза миновала. Месси. Яо Куаси. Мяч ушел в аут. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Очередной аут. Как здорово сыграно головой, и так точно. Опасно как? Как Куарежма Бернардо. Арбитр назначает угловой. Все в рамках правил, можно играть. Агуэр. Может получиться интересная атака. Яо Куаси. Аут. Вратарь решил отбить мяч. Удар по воротам. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Решил пробить. Всю работу за голкипера сделал. Тот может отдохнуть пока. Ну, загружай в штрафную. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение.
Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. И как опасно пробил. Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Мяч перешел к другой команде. Цилер. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Борьба за мяч. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Это может быть опасно. Забивать надо. Пенальти. Это пенальти абсолютно справедливый. А вот карточку судья почему-то не дает. Да, надо, конечно, требовать желтую карточку. И обязан капитан команды будет вмешаться. Удар с 11 метров и гол. Молодец, не подвел команду, забил пенальти. Хорошее исполнение пенальти, качественно и уверенно пробил игру. Счет снова равный, 1-1. Агуэро. Йо Куаси. Судья решил добавить 3 минуты. Сыграно жестко, но в рамках правил. Йо Куаси. Цель. Посмотрим за этой атакой. Лэмпард! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Игра остановлена, будет угловой. Тут могло быть опасно, но защитник... И как пробил! Мяч перехвачен, защитник молодец. Удар! Опасно! После первого тайма... Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Хорошая передача. Головой бьет он по мячу. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Защитник справился с задачей, мяч выбил. Ударище просто! Невероятное спасение! Джерард. Агуэро. И пошла передача.
вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Циля. Вратарь решил отбить мяч. Итак, у нас аут. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Яо Куаси. Обостряющая передача. Будет удар. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Месси. Жак. Удар! Какой сейв! Вратарь творит чудеса. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Месси! Удар по воротам. Могла команда сейчас выйти вперед, но на табло по-прежнему ничья. С углового мяч будет введен в игру. Саня! Вот это был отличный шанс, чтобы вырваться вперед. Лэмпард. Вот это удар! Вот это спасение! Теперь у них преимущество в один мяч. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Да, вот с первым ударом вратарь справился, но где были защитники? Оборона здесь голкиперу не помогла. Счет 2-1. Не лучший пас, мяч уходит за боковую. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Совсем не обязательная потеря. Какой шанс! Штанга! Яо Куаси! Немного поторопился он в игре. Тренер домашней команды меняет тактику. Да, он дает указание применить командный прессинг. Ну что, сейчас пойдет совсем другая игра. Мяч ушел в аут. Месси. Опять мяч за пределами поля. Мяч брошен, не хотят терять ни секунды. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Лэмпард. Прекрасный навес. На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбил. Защитник справился с задачей, мяч выбил. Аут. Жеро. Альба Рамос. Яо Куаси. И вот потери в центре поля. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. И пошла передача. Гол-гол-гол! Они сравнивают счет! Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам и наконец-то добили своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью контролируют игру. Попробуй еще 100 раз так пробить, вряд ли попадешь. Вот точненько под перекладину. Мы смотрим матч двух равных команд, счет 2-2.
Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Посмотрим за этой атакой. Куарежма Бернардо. Великолепный был момент, но счет остается равным. И тренер домашней команды дает указание перейти к командному прессингу. Любопытное решение, и давайте посмотрим, к чему это приведет. Месси. Прекрасная игра в защите, спасает сейчас защитник свою команду. Ух, болельщики команды, которая оборонялась сейчас, наверное, выдохнули. Яо Куаси. Пересек мяч боковую линию. Восемьдесят пятая минута матча идет. Удар от ворот. Думаю, не прерви он этот пас. Соперник вышел вперед, и отыграться бы не удалось. Не прошла эта передача мяч у соперника. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Защитник перехватил передачу. 3 минуты добавлено к основному времени. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Потянул мышцу. Сейчас очень неприятная драка. Нарушение и штрафной удар.